Всем привет, вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Минска после принятого Москвой решения о закрытии границы между Россией и Белоруссией. Пресс-секретарь напомнил, что каждая страна имеет свое личное право на принятие тех мер, которые считает необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, сообщил Дмитрий Песков, отвечая на критику со стороны белорусского президента. Напомним, после принятия правительством России решения о закрытии границы с Белоруссией, президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии обстановка достаточно спокойная, в отличие от России, которая, по словам Лукашенко, вся полыхает от коронавируса. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.